Всем привет, ребят! Ну что, настал у нас опять 2019, на каждом видосе у вас настал 2019. Продолжаем трешевать, продолжаем обзор топовых сборок для героев на максималке. Сегодня у нас будет новогодний снеговик, такая вот сборочка, ремочка плюс порочный пак 9. Римку скажу сразу, не обязательно ставить, герой набирает очень быстро энергию, но мы его будем использовать в PvP-локациях, смотреть, что он может сделать, поэтому на нем стоит ремка, чтобы он сразу же включался. 12-12 скилл, такие вот статки его, как видите, довольно-таки неплохие относительно других героев стареньких. У меня он в двух сборочках с замедлением для архидемона и плюс пакт для PvP-локаций. Рунами ремочка, которая дает еще дополнительно 70% урона. Тут стоит пиромах, можно было бы еще плюс 25 урона набавить, но я чисто держу его ради архи. Вот в снаряге прокачан он вот так вот, крит, то есть чтобы критовал точность жизни, то есть я не собирал его на уклон, чисто пока под архидемона он заточен, но сейчас вы увидите урон, который он наносит героя, и, честно говоря, довольно-таки неплохой. Также на нем дополнительно стоит панчбокс, на который я вам тоже засниму обзор на максималке. Очень крутой питомец, конечно, к сожалению, он донатный, но ничего с этим не поделаешь. Ну, даже первого уровня он уже будет неплохо себя показывать. То есть такая вот сборка, поехали потестим героя в рейде. Сейчас попробуем где-то найти какого-то нубика и на нем затестить. Так. Ну, не знаю, выживет он здесь или нет. Конечно, смотритель может надамажить хорошенько. Но посмотрите, как он Бигфута снес. Просто жестко. Бигфута стрелка убрал. Конечно, тут у меня сейчас стоит еще смотритель. Сейчас попробуем смотрителя отсюда убрать. Так, давайте так, красный. Так, давайте вместо него левого поставим. Сейчас не должно быть уже смотрителя. Так, все отлично. Отличненько. Так, ищем расстановочку интересную. Так, Афинка. Ну, попробуем, конечно же, если нет, будем магию сейчас юзать. Так, смотрим, Бигфут там подбежал и убежал. Да, сейчас нас, наверное, ушатают. А может и нет. Молчанку на нас накинули. Ну, как видите, по урону тут вопросов просто нет. Смотрите, что делается. Убилась Афинка, батражалку. Не знаю, дальше он там затащит, не затащит. Там снеговик, тыковка. Если ударит правильно, то в принципе затащит. Офигеть просто. Просто, я не знаю, ну вы сами все видите, если он еще огненько ушатает, это, конечно, будет смешно. По урону тут вопросов просто нет. Это пиромаг бьет, ну, видите, убили все-таки. Но, блин, посмотрите, такие героев слил. Конечно, он в рейдах не настолько имбовый получается, но все равно. Так, ну-ка смотрим тут, получится, не получится. Ну, там не получилось то, что хотелось. Так, надо, чтобы поближе они были, чтобы он как раз включился на всех. Может, сейчас найдем какую-то угловую расту, если повезет. Думаю, вряд ли. Видали, да, что произошло? Ничего. Вот так вот слили его. Ладно, поехали на PvP локацию. Для чего, в принципе, я его и качал. Покажу, где использовать. Так, сформировать команду. Я удалял полностью все, поэтому у меня нету пачек. Та-та-та. Поехали. Вот отлично. Жесть, конечно, он там
движует, ну его понятно уж Италия, но блин, кого он хоть снес? Кого-то он там точно ушатал. Ворожая я не вижу. Да, ворожая он просто там снес. Ладно, пробуем против этого. Просто, как видите, он сносит Бигфута там унес. Не знаю, кто там еще был. Сейчас посмотрим на повторе. Бигфут хранитель, но Бигфут просто пропал. Давайте попробуем еще раз на него через верх по верхней дорожке побежать. Прикольненько. Но шатает он, конечно, круто. Так, ну давайте против этого попробуем. Смотрителя Фин, ну посмотрите, что случилось просто. Просто сказали там героям некоторым до свидания. Фина сама убилась. В чем плюс? Отражалка. Вот отражалка его очень радует. Так, ну тут нас сейчас тоже снесут. Тут смотритель. Ну. Интересно, нет, Фрей все-таки его шатануло. Ну, это не та локация, для какой его, в принципе, для которой нужно его качать. Самое основное это ЗБшка. Вот для ЗБшки, для лабиринта, вот именно туда и на архидемона определенного, которого я показывал, вот именно для этого я его и качал. Так, окей. Создаем команду. Убираем отсюда ПБшку. Вот так вот такой вот сюрпризик сейчас будет их ждать. Поехали. Ну, тут просто должен выносить ведь не ворота. Хотя я не знаю, каким образом там, наверное, резнулся он. Ворожай выжил. Да, это, конечно, было смешно. Так, черепуля. Хорошо, поехали дальше. Тот ранг топ. Топ-плей, вроде такой вот ник. Поехали посмотрим, что он сделает нам. Ух, блин. Как видите, ну чуть-чуть, конечно, не свезло. Там такой же был. Но видели, да, как он ушатал всех. Это было, конечно, жестковато. Так, ну давай, давай, Фрей. Ну, Фрей тут одна уже явно ничего не сделает. Хотя, если ударит, ну тут смотрителя даже нет. Видите, и там против Фрея тоже. Ну блин, первый бой, конечно, круто был. Смотрелся, поехали дальше. Так, ну тут Фрея тоже. Ну посмотрите, как на отражалке они сливаются. Блин, сняли у него энергию, к сожалению. Но все равно герои поубивались. То есть герои, которые много дамажат, убиваются просто на отражалке от его приспешника. Один хилит, второй дает отражение. То есть мы тестим его как бы одного, да, он один сливается, но в команде, в пачке от него будет очень большая польза. Поэтому рогатка, блин, ну, круто смотрится. Конечно, точно так же он не сливается на любой отражалке. Так, хорошо, с этим закончили. Блин. Ну, давайте против Анубиса попробуем. Ну, у него нету, кстати, такого отхила, вот, отлично. Смотрим. Ну что, ребята, я вам могу сказать, вы в принципе это все видели, смотрите, что он сейчас с Анубисом сделает. Просто его уничтожил, вот так вот. То есть вот она максималка этого героя. Так, ну вот еще один есть, поехали. Ну круто смотрится, блин. Ну чё, не Асурик, блин, Асурик энергию снял, вольт ослепил. Не успел он включиться, к сожалению. Жалко, обидно, обидно. Тут нас, наверное, тоже раздадут.
Да, к сожалению, мои тут. Хотя ворожай живое, должны огника затащить. Смотрите, что делают с огнекрылом. Он, конечно, будет резаться, восстанавливаться, но... Ну, ай, чуть-чуть не хватило. Блин, обидно. Ну, у меня нету смотрителя. Нужен смотритель для этого дела. Ну, ворожай с Фрей, я вам скажу. Смотрите, что... Тала, красавчики просто. Так, ну где-то одинаковые пачки, плюс-минус. Ну, у меня тут дерево, плюс огник. А, тут у меня огнекрыло, это не особо одинаковые. Мы затащили. Так, что там у нас есть карта? Ну, карту, ладно, я оставлю. То есть вот в такой вот локации, сейчас посмотрим, или есть лабиринт. Не, лабиринта еще нету. Вот именно для лабиринта, в принципе, я такую прокачку сделал, показывал вам. Довольно-таки неплохо там смотрится. Ну, остальные локации, я вам скажу, вот Архидемон еще вариант, тоже отдельно засниму, покажу видос, потому что мы смотрели это все на стриме, проходили. Ну и поехали, сейчас еще попробуем подземочки посмотреть на его урон. Конечно, у него тут хила не особо много, но... Вот посмотрите, что делает. Ну, это просто какой-то бешеный питомец. С такой прокачкой. Нравится, нравится мне эта отражалочка. Ну тут, конечно, можно было бы еще добавить нормально. Так, смотрите, что он сейчас будет. Самая суть, что его приспешники бегут вперед. То есть он будет стоять сзади, он дальник. Вы посмотрите на этот урон, офигеть. Сейчас должен где-то панчбокс включиться. Да, вот панчбокс бьет. Ну, как по мне, достойно, очень достойно. Ай-яй-яй-яй-яй, Меса подбежал. Да, все. В принципе, довольно-таки неплохо даже для этой локации. Ну, он больше такой PvP-шный герой. А, давайте еще попробуем, знаете, где на экспедиции сбегать. Тоже интересно здесь посмотреть на него. Посмотреть, какой все-таки у него будет урон. Тут, по-моему, один панчбокс вырубает всех нафиг. Посмотрите, что панчбокс делает. Блин, 6. Он тупо кинул приспешники, побежали в одну сторону, он в другую. Тут, кстати, более реально найти расту угловую. Вот такая вот раста. Ну-ка, офигеть. Ну, там осталась Фрея. Фрея сейчас, кстати, нас снесет, скорее всего. Ну, чуть-чуть нам не хватило добить ее. Но по урону, я вам скажу, ребят, очень круто смотрится. Вот такой вот герой. Еще раз повторюсь, использовать можно во многих локациях, но это чисто PvP-шная прокачка, которая, блин, смотрится в команде очень неплохо. Отражалка, отхил, массовое окаменение. То есть, что еще надо? И урон просто знальный, просто бешеный. Все, пишите комменты, какие вы хотите увидеть прокачки еще. Всем удачи, всем пока.